День народного единства в Югре прошел под девизом «Мы вместе против ковида». Акция с одноименным названием стартовала во всех муниципалитетах округа 4 ноября. В Сургуте одними из первых на инициативу откликнулись студенты. Они пришли на вакцинацию в ТРЦ «Агора». Стационарный пункт там работает на втором этаже. Главная цель – привлечь внимание к одной из самых актуальных тем в эти дни. Любой ценой двигаться в сторону достижения коллективного иммунитета. Только за первый час более 20 ребят поставили вакцину от коронавируса. Мы оперативно связались с учебными заведениями, округ нам помог, мы слали информацию, договорились с пунктом вакцинации, чтобы специально для студентов подготовили дополнительные вакцины и согласовали с торговым центром, чтобы не было никаких у нас проблем. То есть отработали быстро, оперативно, создали максимум условий для комфортности студентов прохождения вакцинации.